Доброе утро, уважаемые земляки мои, друзья. Утреннее морозное утро, но уже весна. Снега нет, солнышко греет, пробуждается природа. Вот и мы сейчас посмотрим, как будут пробуждаться наши друзья. Дружок, Маруська и Ушан. Три собачки, которые мы подкармливали на протяжении всего периода зимнего. Итак, на горизонте появились наши друзья. Первый – это Ушан. Черно-белая собачка. Второй дружок. Третья Маруська. Что-то не торопится. Маруська в стороне. Вот они. Ушан диковатый, конечно, пес. Привет, Ушан. Ну ничего. Привет, сейчас будем кормиться. Дружок, привет подписчикам. Маруська в стороне. Привет, Маруська. Ну что, сейчас будем кормиться? О, все, сейчас делаем паузу и покормим вас. Моментом все смели. Но сегодня что-то хлеб даже кушает. Обычно они его игнорируют. Ну, что ты? Расскажи про себя, Ушан. Почему ты Ушан? Ты похож на корову-буренку, которая есть у нас. Сейчас она зимует, где-то там в хлеву стоит. Готовится к лету. Ну, что ты тут? Это пакеты я выброшу. Дружок лапу подает? А ну давай. Дружок. Дружок, дай лапу. Дай лапу. Ой, лапу подает, дружок, ученая собака. Маруська, а ты не подготовилась к уроку? Ну, фу, это фу. Ладно, все, ребята. Хорошего вам дня. Хорошего вам дня. Всего доброго. Привет подписчикам. Всего. Мира и добра.